Ситуация на восточных рубежах Европейского Союза с Россией и Белоруссией остается весьма напряженной. Польша возводит стену вдоль границы, чтобы остановить потоки нелегальных мигрантов, и вводит санкции, ограничивающие и даже запрещающие пересечение границы. Границы польско-белорусские дела, только одно przejście граничное в Тересполе, это для руха самого, и przejście граничное в Кукурыках, на которых są wprowadzone ограничения в тех przejściach, zarówno też jak на przejściach граничных z Rosją nie ma ruchu turystycznego. Instalowana jest tam bariera elektroniczna i ta instalacja będzie bez zakłóceń. Od sierpnia 2021 roku widzimy zaangażowanie służb białoruskich w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. Проживающие в Польше белорусы, противники Лукашенко, считают, что санкции – это печальная необходимость. Ситуация на границе с Беларусью остается сложной не только из-за миграционного кризиса. Теперь еще и из-за развязанной Россией войны в Украине. Люди за свои погляды политичные трофеи до бензин, сонды сон залежные, то не ма иного способа делания, как санкции. Беларуси не предоставим шитивка локализации брони нуклеарной на территории Беларуси. То есть... Дуже загрожение для беспеченства, то есть загрожение для целой Европы. Санкции, введенные против Российской Федерации и Республики Беларусь, ударили и по польскому бизнесу. Пострадали такие сферы, как туризм, международные перевозки и торговля. Польские предприниматели решили объединиться и вместе бороться за выживание. Jednoczymy przedsiębiorstwa, które poniosły straty wskutek zamknięcia ruchu transgranicznego. Większość decyzji było z dnia na dzień. My nawet nie mieliśmy szans na jakiekolwiek przygotowanie się. Chcieliśmy uzyskać pomoc od Skarbu Państwa, żeby przygotowano nam jakiekolwiek środki finansowe, żebyśmy mogli przetrwać. Ewelina Grigatowicz-Szumowska также управляет таможенным агентством. Она рассказывает, что ей удалось получить финансовую помощь на следующие 12 месяцев. Zatrudniam w tym momencie 68 osób. Przy zamknięciu dwóch przejść granicznych zamknięto mi trzy placówki i mamy 23 etaty. Na razie jeszcze nikogo nie zwolniłam, ponieważ udało nam się wywalczyć rekompensaty. Jest to jakiś zastrzyk gotówki, który pozwoli nam na przetrwanie, być może na przebranżowienie się. Behind me is one of the closed border crossings with Belarus. Due to ongoing tensions between Poland and the EU and Russia and Belarus on the other hand, it does not seem that the traffic will resume here anytime soon. Magdalena Hodownik for Euronews from Bobrovniki.